Что ж, друзья, всем привет большой. Отправляемся в лес. Ну и первым делом, вот еще в лес зайти не успели. Надо нам на свалку. Вчера досок наторцевали. Взял с собой молоток с гвоздодером на другой стороне. Доски у меня там с гвоздями. Гвозди тоже пригодятся. Да? Нам все пригодится. Сейчас мы эти доски хватаем и дальше уже с грузом отправляемся дальше. За раз нам, естественно, не нести, потому что вчера так нормально тут поднаторцевали доски. Так что на два раза, я думаю, уберемся. Все, гвозди удалил, гвозди пригодятся, в кармане их держу. Пофиг то, что они кривые, вот я покажу, смотрите, их выпрямить 3 секунды. На эти же доски, на них и можно прибивать. Сейчас самое интересное, тараканить эти доски в сторону избушки. Это не совсем близко и не совсем легко, но оно того стоит. Это потолок у нас будет красивый, теплый и все дела. Погнали. Что ж, друзья, добрались мы с трудом. Ну, надеюсь, что она сходила, покупала еще по дороге. Я не знаю, хотел еще раз идти. Пожалуй, не пойду, оставлю на завтра. Тяжко, но реально натаскать доски. Сейчас жарко стало, без кофты идти, плечо себе отдаешь. Это раз. Во-вторых, все равно это там с кофтой, без кофты там тащить это. Не знаю, у меня здоровья не хватает. Но со временем сделается. Не знаю, подумаю, как время будет. Вот, избегаю еще. Сейчас поотпустит маленько. Чаю хочу. У меня ветродуйка сломалась. Не сломалась, батарейки сели на турбопечке. Придется на эту печку топить. В избушке. Бесплатно гвозди.
затопил печь для того, чтобы чайку вскипятить. Так, тут чекубари всяких дофига валяются, мусору. Жги не хочу. Так, думаю, еще пока, наверное, прогуляю все-таки за доской-то. Сейчас кофту так возьму с собой, обратно понесу, чтобы ее одеть на плечо. Ну или можно просто кофту на плечо положить, чтобы доски было удобнее нести. Сейчас разгорится, поставлю на медленный огонь, так сказать, чтобы тлело там внутри, чтобы чайник не выкипел весь. И пойдем. Вся сырая, грязная. Ой, лягушка. Лягушка. Вся сырая. Когда задумаешься, быстро доходишь. Я даже не столько задумался, сколько... Не выспался, так иду в таком состоянии. Потом иду так, вспомнил, о, я уже почти на свалке. Неохота так вот, даже это самое. Ну, какое расстояние такое, знаете, когда не выспишься, что-то. Вроде и проснулся не рано. Поздно лег, вот из-за чего. Вот, сидишь, тормозишь там у телевизора, в интернете ковыряешься. Тоже так же засидишься, смотришь, уже времени-то там 2 часа ночи. Вот вчера была такая ситуация. Сегодня жена будет, а уже такое состояние, блин, вот и вставать пора, не хочется. Ладно, сейчас расходимся. С такими досками быстро проснешься. Так, мне кажется, это еще тяжелее будет, чем первая ноша. Доска на 300. Она сама по себе просто неудобная. То есть у меня плечи не до такой степени широкие. Ладно, сколько сможем, понесем. Там две доски-то еще, видите. 200-я одна. Если не смогу, где-нибудь по дороге оставлю. 200-ю, 300-ю притащу. Да не кажется, дотащу тихонько. Все силы отдал, но допер обе доски. Тяжко, тяжко, тяжко. Но никто не говорит, что будет легко. Зато будет красиво. Что, на чайник-то так и не закипел еще до сих пор. Прибавим доску. На медленном огне нифига не кипятится. Сколько проходил, блин? Пол чайника не скипело. Ладно, торопиться некуда.
Кофе 3 в 1. Многие спрашивают, что там пьешь, всякие чай в пакетиках, то да сюда. Надо пить траву, там сено заваривать. Не знаю я, друзья, у каждого свои предпочтения. У меня тоже, конечно, бывает такое, то, что охота вот там что-то такое, травки какой-то заварить. Но поверьте мне, если ты каждый день находишься в лесу, далеко не каждый день тебе охота там заваривать смородину. Вполне подходит любой напиток. Сладенько, вкусненько, меня устраивает, не знаю. Не фанатки травки всякой. Ежедовый пряник. Все равно больше нет ничего. Самая мощная доска во всех моих стройках. Фух! Не зря тащил. Буду вспоминать про пряника долго. Так, друзья, потолок у нас закрывается. Медленно, наверное. Возникнет вопрос у зрителя, как вот здесь, вот что, вот как, вот почему, да почему. Получается, как бы у нас щель тут. Сейчас мы сделаем так, как будто у нас тут еще продолжение сруба будет идти. По порядку объясню. Сейчас сначала за мхом сбегаем. Немного нам надо, но надо. А потом в дальнейшем уже увидите все. Раскладываем. У меня, друзья, поделюсь новостью. У меня проблема опять очередная. Я походил вчера либо на свалке, забыл рулетку, но это будет очень хорошо, если это так. Либо где-то потерял. Сейчас в рюкзаке смотрю. Нету. Не знаю, так-то, блин. Не должен. Но если она там, то она никуда не денется. Сегодня там, конечно, трактор ездил. Ну, вряд ли прям по тому месту, где рулетка вчера была, где доски пилили. Ну, блин, как так? Я забыл. Не должен был забыть. Вчера больше нигде не доставал вроде. Ладно. Сейчас. План Б. Рулетки нет, но замерить как-то надо. Так что у нас вот есть такая палочка. И на 10 сантиметров больше, чем эта палочка нам нужна. Ты что там скуришь? Вкусно? Не весело? В общем, на сейчас там полено на 10 сантиметров длиннее, чем эта палка. Так, есть у нас тут такая валежина. Вот от нее мы и будем отпиливать. Нужно нам куски. Надо было 4 штуки. Но сегодня только одну сделаю, потому что надо мне срочно еще на обратном пути на свалку забегать, рулетку искать. Потому что без нее как без рук. Одну уже
унесли хлопцы кучерявые, которые приходили тут в гости. Так что это вторая у меня уже в ход пошла. Неохота мне без нее оставаться. Доски-то мере как-то надо отпиливать. Так, надо подчесать маленько уголочек, чтобы еще лучше заходило. А то тем самым мы сейчас крышу вырвем тут. Оп. Все, как здесь и было. Дальше, друзья, мы здесь будем, хотя не буду рассказывать, неинтересно было. Потом, когда дойдет дело, все увидите. А вот видите, получается, с этой стороны тоже так же сделаю, и крыша держится, как бы это довольно прочная такая конструкция. Можно по углам здесь закрепить гвоздями, но не знаю, это посмотрим в дальнейшем, если нужно будет нам это вообще. Так-то это все еще приземется в дальнейшем. Но в целом меня уже все устраивает. Так, найти рулетку искать срочным делом. А то без нее я не смогу. Вот так это выглядит с улицы. Ну и ту сторону также сделаем. Дело недолго, быстро все мох положил. Чурбан положил сверху и все. Сейчас, надеюсь, в дальнейшем будущем у нас времени будет побольше на вылазки в лес. Но не факт, конечно, но все-таки сейчас жена в отпуск уходит. И садик скоро откроется. То есть мне полегче будет, но с детишками не надо будет сесть. Можно будет подольше в лес ходить, можно будет на ночные там рыбалки вылезать, на дальнюю избушку можно сходить. Но опять же, и с женой планировали, как бы, не просто так она в отпуск-то выходит. А сплав хотели съездить, возможно, так куда-нибудь еще сходить. Ну, все загадывать не буду, все рассказывать не буду, но планы некоторые есть. Так что, помимо стройки, будем отдыхать периодически, потому что стройка стройкой. Не то чтобы надоедает, но все равно каждым шагом ты сам для себя расстроишь интересность продвижения. Охота конечный результат увидеть. Ну и отдыхать тоже надо, порыбачить. Охота нормально порыбачить, так чтобы с кайфом, с адреналином. Так что будем к этому стремиться. Так, ну а сейчас на свалку прямой наводкой. Че, зря что ли в Кирове фикс прайс ходил за рулеткой. У меня сейчас, конечно, рулетка штука недорогая, но для меня магазины — это нелюбимое занятие. До них идти далеко, да и неохота из-за мелочей. Я из-за этого бывал на рыбалку. Вроде, о, время на рыбалку сходить есть. Потом думаешь, а надо за парашами идти. Думаешь, не пойду там на рыбалку. О, отсюда вижу потерю. Это хорошо, когда находишь то, что потерял. Вот нельзя так делать. Перед тем, как уходишь, надо все проверять по-хорошему.
Ну ладно, хорошая новость. Все, Надежда, я нашел. Я собака поисковая, а ты так себе. Поняла? Чего, нюх-нюх, пошли давай. Ну что ж, друзья, будем прощаться тихонечко. Следите за новостями. Дальше больше, дальше интереснее. Надеюсь, все-таки будет разнообразие на канале, потому что разнообразие нужно, и мне тоже. Одно и то же монотонно, стройка. Это не совсем то. Вот на рыбалку сходил сейчас, голавлика поймал, душу отвел, блин, прекрасное время провел. Есть места, которые надо посещать почаще. Тут я ходил рядом с домом, как бы и рыба, это так не особо. Есть планы, планы на разные снасти. Но это все в планах пока. Ладно, друзья, надеюсь, дальше больше и интересней. В любом случае, это все будет, просто надо время. Всем пока, друзья, увидимся завтра уже. До скорых встреч.